Здравствуйте, меня зовут Осипов Александр. Я занимаюсь внедрением инструментов бережливого производства в российских компаниях. Сегодня посетил вторую встречу клуба «Деловой терем». Очень доволен, потому что в профессиональной деятельности очень часто встречаюсь с решением чужих задач, чужих проблем, общих задач, общих проблем. И часто в решении этих проблем захожу в тупик. Сегодня озвучил эти проблемы и ощутил себя в роли заказчика собственных услуг. Мне подсказали, мне рассказали. Многие вещи, конечно, подтвердились. Те мысли, которые пришли ко мне в решении конкретной задачи, сегодня озвучили те люди, которые к этому не имеют никакого отношения. Я думаю, что они основывались на здравом смысле. И это еще раз подтверждает, что мы в нашей деятельности двигались в нужном направлении. Я считаю, что это крайне важно и полезно обратиться со своими сложными задачами к людям, которые свежим взглядом, не зашоренным, могут взглянуть со стороны и составить серьезную, аргументированную оппозицию тем решениям, которые засели у нас в головах. За это огромное спасибо и рекомендую всем. Спасибо. Спасибо.